Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Call of Duty Black Ops 3. Так, давайте мы... А, у нас так есть, что ли, способности? А других нету? И мы все... Ну... Мы в Сингапуре с вами. Я пока не вижу гранаты. Так, где-то здесь, я помню. Давай же, вырви этого ублюдка. Маш, понимаешь, работаю над этим. Кто, где? А, вот он. Готов. Тут где-то какая-то пукалка же была, помните? Мы с вами что-то брали, когда заканчивали прошлую серию. Так, здесь есть что-то? Нет, ничего. А где здесь это оружие? Я не вижу его. У меня получается на каждую миссию свой отдельный набор навыков, что ли? Готов. Не вижу. Там граната была. Да. В смысле, он что, бессмертный, что? Вот это да. Это какой-то суперсолдат, что ли? Но мы его сейчас суперфорсажем и собьем, этого суперсолдата, если он живой еще. Пройдем сюда. Кого-то вынесли. А где эта оружка? Она же здесь где-то была. Когда мы с вами были в конце прошлой серии, здесь какой-то гранатомет, что ли, был. Что-то такое, в общем, было. Включи. Включи обилку. Ладно, пойдем вперед. Готово. Да, не увидел я что там. Видимо, куда-то не туда смотрю. Ну это ладно, это мелочи. Хорошо. Хендриксон свалил вот этого деятеля, который здесь лазил. Я что-то не заметил. Ладно, двигаемся дальше. Почистили? Сын попался. И не говори. У бессмертных есть доступ к любому оружию и снаряжению на этом свете. Буря станет еще сильнее, когда мы поднимемся на возвышенность. Что? Приготовься загнать трансформатор в землю и держаться, твою мать! А, да. Ладно. Подождите пока. Ветер поднимается! Запускай трансформатор! Используй трансформатор! Я не понял. Ну же, соберись! Я не понимаю, что такое выпустить якорь. Это какое-то цепляющее устройство. Да, понятно. Это таким образом мы просто сами себе. Сейчас! Сами себе делаем зацеп, втыкаем этот якорь в землю и удерживаемся на месте таким образом. Ладно. А можно пройти, пожалуйста? Так, где я? Я не знаю, как бы туда попасть. Я не понимаю, как он туда попадает. Если честно.
Не понимаю я. Полезь. Готовы к удару дронами. В эфире. Дроны в воздухе. 10 секунд. Я вообще не понял, что я сделал, короче. То ли взлетел, то ли не взлетел. Результат отрицательный. Шторм слишком сильный. Пуля только усилится. Чё? Кейн, мы идем. Хендрикс, держать позицию. Ну там я вижу чуваков. Только не говорите, что мне надо будет буран воевать. Чё прям по курсу? Эти волны доставят немало хлопот. Держи трансформатор под рукой. Замечательно. Пойдем. Он не бежит почему-то. Он не бежит. Какие ракеты? Понял, ты о чем вообще? Что, у нас есть ракеты? Мы выжили? Зашибись. Ладно. Теперь. А чё их не смывает? Я так не согласен. Пусть их тоже смывает. А чё случилось? Меня волна убила или пуля убила? Ну понятно, да. Замечательно. Готов. Перезаряжайся, пожалуйста. Давай. Так, ладно. Что? Да почему я никуда попасть-то залезть не могу? Что за бред? Размотали. Хендрикс, в кого ты стрелял сейчас? Скажи мне, пожалуйста. Замечательно. Эти черти сюда пришли? Нет, мы их здесь сложили. Кто где, кто где? Великолепно! Отсюда сейчас зайдем. Вот с этим надо быть внимательнее. С этим вот яшечком, а то взорвется и все. Так, патроны, патроны, патроны. Что происходит? Буря усиливается! Этот сектор скоро накроет по полной! Ладно, Хендрикс, пошли. Нет, не бежит он. Я не знаю, так задумано, так не задумано, но он не бежит. Видимость ухудшается. Я в курсе. А, то у них будет преимущество. А, вот это? Так я давно включил. Ну, замечательно, вообще. Так, где мы? Подожди, я что-то не понял. Залезь. Куда? А, все, понятно. Где я? Залезь. Что тут? Ну, давайте боезапас, да, пополним. Нам как раз надо.
Ну беги, пожалуйста. Не, не бежит. Не бежит. Ой. Так бежит. Хендрикс, ты там зачем? Скажи мне, пожалуйста. Гранату вижу. Можем взять. И в Хендрикса ее кинули, да? Так, ладно. Если можно, дебильную голову свою высуни. Хорошо. Кто где? Погасили. Великолепно. Здесь ничего нельзя. Аллах, так, закрыто. Ну, вроде все. Нет, еще один. Все чисто. Кейн, мы добрались до груза. Что теперь? Подключись к грузу. Я использую твой ПНИ, чтобы удалить данные. Вы это можете? Твой нейронный интерфейс подключен к нашей центральной базе данных. Все передачи отслеживаются. Давайте все это быстрее сделаем, да. Нифига себе. Файлы обработаны. Буря все сильнее. Похоже, она уже почти снесла танкер с волнолома. Ясно. Спасибо, Кейн. Я на верхнюю палубу. Ты на нижнюю. Идем? Здравствуйте. Видали? Экшон зашкаливает. Одобряю. Опять вот начинаются проблемы со звуком. Как его поймать? Я же эффекты вообще уменьшил. Уменьшил люто, и все равно. Нет. В кат-сценах они, походу, живут своей жизнью. Я так понимаю. Выжили? Ну, выжили, да, кстати. Да. Кейт, мы на подходе к центру связи. Доложим, когда закончим зачистку. Лучше поторопитесь. До нас дошли слухи, что разведданные о слабостях наших союзников утекли к войскам договора. Это неизбежно приведет к потерям с нашей стороны. Мы должны что-то предпринять. Понял. Мы поплыли. Сейчас предпримем. Вот мы плаваем, как глиссеры. Нормально меня устраивает. В принципе. Мой комплект. Все нормально. Вражин грохаем, что еще надо? Тихо, я тебя вижу. Подсвечиваю цели. Собираюсь поджарить их светлячками. Ну давай. Все, да? Размотали. Враги сверху и снизу. Ну, забористо, чё.
Да я сзади, Хендрикс. Все нормально. Это не граната, я думал, граната. Верхний. Сейчас пока с нижним разберемся, потом будем с верхним разбираться. Косим. Меняем позицию, чтобы чуть-чуть вперед их продавить, и нормально будет. Давай. Все? Не помогли им щиты? Не помогли. Замечательно. Я доволен результатом. Самое главное, что мы смертельную волну эту, я надеюсь, прошли. Давай. Вот и все. Плохо то, что у нас гранат нету, есть дымовуха. Прости, Хендрикс, я не туда хотел отбросить. Но выстрел отсюда шел, но, видимо, это он и стрелял. Готов. Хорошо, зачистили, да, все. Игра, мне нужны гранаты. У меня мало гранат. Без гранат все печально. Ну пошли. Кат-сцена. Бессмертный, укрытие! Почему он бессмертный? Назад! Хендрикс, ты ранен? Подбил гада! Что за хрень? Кто стреляет? Хурарью. Вы в порядке? Агент Кейн. Говорил же, оставайся наверху. Вам нужна помощь. Вы тут наделали столько шума, что все солдаты Б-54 спешат узнать, в чем дело. Нужно вернуться к делу. Вывести их систему связи из строя раньше, чем они поймут, что происходит. За мной. После вас. Спустилась таки. Блокировано. Вся связь идет через ретранслятор. Можешь найти ее? Минутку. Есть. Мы загрузим генератор помех. Сбор на черной станции. Хорошая идея. Пошли. Подожди. Вот. У меня гранаты появились. Это радует. Так что, Кейн? Что будем делать, когда доберемся до черной станции? Ломать и крушить. С вашими ПНИ вы, ребята, ходячие карты памяти. Мы загрузим данные в вас, а потом вы все сотрете. А что с эвакуацией выживших? Факты таковы. Станция замолкла, когда ее атаковала самая мощная вооруженная группировка на этой территории. Скорее всего, никто не выжил. Кейн, мы на подходе к станции связи. Она хорошо защищена. Сейчас всех размотаем. А где мой фирменный тачдаун? У меня нету тачдауна, что ли?
представляете? Что за бред? Наличие тачдауна от чего зависит? Мне кто-нибудь объяснит? Ну там я, конечно, гранатку кинул. Готов. Почему я не тут тачдауна? Что за бред? А, вот оно. Для мини-ракет. Ладно. Теперь. Выключи. И... Где все остальное? Ну так нельзя, игра. Я ж надеялся на лучшее. Сейчас разберемся. Че тут? Ух ты. А я так хотел тачдаун. Разберемся со станцией. Пусть эти сукины дети оглохнут. Кейн, связь вырубается, пока мы говорим. Ты где? У черной станции. Она вся кишит бессмертными. Шлю тебе новое место сбора. Выдвигаемся. Тут же все. Закончили. Ну, сейчас припрутся наши дружбаны, конечно же. Конструкция неустойчивая. Может развалиться в любой момент. Понятно. Осторожно, Хендрикс, здание рушится. Да в чем проблема, иди. Как же все заскриптовано. Никакой свободный маневр. Смотри под ноги. Будет обидно, если тебя угробит плохая погода. Ну да, что поделать. Дело у нас опасное. Смертельно опасное. Работа, так сказать, с риском. Все разваливается. Трудно поверить, что здесь еще живут люди. Сюда теперь, да? О, отлично. Модули есть, есть, есть. Все, чую. Все остальное усё. Они еще здесь. Хватают все, что могут, пока их не настиг шторм. Что предлагаешь? По веревочке спустимся сейчас. Ударим их раньше, чем это сделает шторм. По веревочке, да? Конечно. Какая прелесть. Вниз, да? По мне кто стрелял? Я, честно говоря, вообще не понял. Бросай гранату. А, это наша снайперская подруга. Ух ты. Ух ты. Уходим, извините. Я слабый. Че, не хотят они так гибнуть, да? Ну ладно. Опять мимо. Что за бред, я не понимаю. Почему эти ракеты летят мимо? Это как? А если так? Но меня сейчас грохнут, это естественно. Я только не понимаю, каким образом этого товарища убивать. То есть он усиленно убиваться не хочет. Ладно. Ммм.
непонятно вообще. Сейчас разберемся. Как с этим броневым товарищем шоты свести и грохнуть его нафиг. Враг приближается прямо по курсу. Им нужно будет перезагрузить роботов. Используйте этот класс. Да в чем проблема-то, елки-палки. Тихо. Готово. Как с этими броневыми-то вопрос решать? Кто по мне стреляет? Отходим. Сейчас здесь будем воевать. Черт! Пойдемте разбираться. Я хочу залезть вот на эту машину. Вражеский оружейник. И всех подчикать нельзя? Нельзя. Пока вообще не понимаю, что за фигня происходит, да. Так, наша подруга там, ладно. Ага. Что это за красная точка? Куда стрелять? Видимо, да. Это очень тупо все выглядит, конечно, друзья. Он живой? Ему вообще никак, по ходу дела. Да. Давайте попробуем. Это очень странно. Вот я повторюсь, этот бой выглядит очень странно. Мы его не снести не можем. Ни с гранатомета грохнуть не можем. Не знаю, кто автор боя этого. Ну ладно, победили, в общем-то, и хорошо, цель достигнута. Но странности это не отменяет, естественно. Давайте сейчас взорвем, да, чтоб на всякий случай. Эй, там не подорваться. Мы видим черную станцию. Я пока ничего не вижу. Окей. Посмотрим, что тут творится. Так, давай. Перезагрузился? Хорошо. Я надеюсь, что здесь можно выбирать способности перед каждым боем, потому что мне не понравилось то, что я выбрал. Что за хрень тут побывала? Что-то явно сбежало. Кейн! Возможно, взрывы роботов Б-54. Тогда двери вырвало бы внутрь. Тут наружу. Почему мы не могли это сделать, а? Мы ж могли это сделать. Могли. То есть, если дверь выбила снаружи, то взрыв, получается, был изнутри, что ли? Записи сеанс терапии. Ух ты. Прям целый центр управления полетами. Только не говори мне, что очередной шизоид какой-то. Это пока я гранату доставал.
Ладно. Будем умнее. На-на-на-на-на. С одного выстрела. Что-то впереди. Хотя один выстрел и все. В смысле все? Ты слышишь? Там кто-то есть. Нужно открыть эту дверь. Давай. Это не противник. Достаточно постучать. Тебя как будто омывают нежные волны лазурного океана. Пусть они успокаивают. Срань господня. Тебя. Представь, что кругом покой. Представь, что... Без носов? Выключи это дерьмо. Представь себя в зимнем лесу. Что за херня? Окей. Запуская поиск. Отказ в реинкарнации. Его применял Цзясюн. Головорез бессмертных — это такой страшный способ казни для их злейших врагов. Совершается, пока они живы. Носы отрезают живым? О нет. Хреново. Что? Что еще? Базы данных. Они исчезли. Записи, отчеты, разборы полетов, все, что мы хотели скачать и стереть. Копии данных о действиях ЦРУ в мире. Если кто-нибудь их украдет, если кто-нибудь до них доберется... Это угрожает операциям ЦРУ во всем мире. А как насчет маячков? Биокупол. Основная база Б-54 бессмертных и дом для лидеров Гоминя и Госюлань. И братьев с сестрами. Давай заберем наши данные и отомстим. Вряд ли их убили бессмертные. Двери взорвали изнутри, ты знаешь, как они работают. Их не было в этой комнате. Так кто же это сделал? У кого еще мог быть доступ? Последняя операция на этой станции задействовала отряд Союза Уинслоу. Отряд Тейлора. Что? Ты думаешь, они причастны к этим убийствам? Ни хрена подобного, Кейн. Я знаю Тейлора. Он ни за что не предал бы своих. Интересное шапито. Итак, у нас улетели данные, взорвали все изнутри. И чуваков этих сюда притащили, получается? Это очень интересно. Веселуха. Ой, веселуха. Хранилище личных данных. К Союзу Уинслоу, внешним сетям через кодекс. Настроить свой образ, выбрать визитку. Господи, зачем мне это надо? Ерунда полная. Коллекционные предметы. Что у нас тут? А, ну это то, что мы собираем в коллекции. Да. Встань. Переодеваться без шлема. Прототип. Шлем. О! А что это дает? Ну-ка. Вот тут. Давайте вот в этом будем. Тело. О, вообще прям. Торговец оружием, затмение. Мне вот это нравится. Это мы менять не будем, меня все устраивает. Записи о службе, ну-ка.
Обзор ваших достижений, заработанных вами наград. Ясно, это мне не особо пока надо. Так. Так это у нас. Я хотел спросить. Кейн думает, что за нападением на черную станцию стоит Тейлор. А разве да. их ПНИ не показывает их точное местонахождение? Кейн сказала, что они вне зоны слежения. Видимо, они нашли способ отключить эту часть ПНИ. Вот уж не знаю. По-моему, наш связной что-то не договаривает. А по-моему, ты параноик. Я читал ее дело. Ей приходилось бывать в тяжких операциях. И она выжила. Думаю, она вполне честна с нами. Ну, посмотрим. Что это такое? Не хочу я боевое погружение. Давайте с киберядрами разберемся. Сколько у нас? Один набор. Боевой хаос. Массовый сбор. Слепляющий. Это что у нас? Взлом вражеские боевые сенсоры, имитирует прижение роботов, воздушные тревоги. Не, не хочу. Не хочу. Боевые тактика. Нормально вот это. А я что, способности не могу выбрать? Это очень странно, что я не могу выбрать способность. Так, теперь что за погружение? Господи, он даже прыгнуть не может в офисе. Ну-ка. Что это такое? Экспериментируйте с обширным арсеналом вооружения, оборудования и боевых киберспособностей и проверьте все на себе в бою с противником на симуляторе. Понятно. Не интересует совершенно меня это. Меня интересуют мои способности. Я что, не могу выбрать то, что мне хочется? Это никуда не годится. Так, оружие я свое менять не планирую, мне оно нравится. Так, провокация. Верните диски с данными. Притворитесь торговцами оружием и проникните в штаб 54-й бессмертных, основной преступной группировки на территории карантинной зоны, и отыщите диски, украденные из черной станции. То есть то место, где мы были. Диски это, я так понимаю, предположительно те диски, на которых должны храниться данные о операциях ЦРУ. Тяжеловооруженные силы врага. Мы действуем практически под самым носом Б-54. Каждый вражеский боец из тех, что не на задании, находится здесь. Вступать в бой только при крайней необходимости. Боевые роботы. Следует ожидать атаку различных боевых роботов, как новых, так и старых. И разведка сообщает о многочисленных воздушных патрулях Б-54 в этом районе. Если будет необходимо вступить в бой, не оставайтесь на открытом месте. Короче, с тяжеловооруженными в крайнем случае, со всем остальным фигачимся. Интересно. Свой, конечно, берем, конечно. Странная история с Тейлором какая-то. Убийство. Нет у меня... Зачистка на станции. Похоже, команда Тейлора оказалась скомпрометирована. Мы служили с этими людьми почти 5 лет. Мы знаем их. Они бы так не сделали. Это бессмертные. Даже по трупам видно. Совсем не важно. Все равно... Они забрали данные. Когда вернем диски, просмотрим записи с камер. Хендрикс, ты знаешь местных. Кто-нибудь поможет добраться до Го? У них есть свой посредник. Дэнни Ли. Скользкий мелкий ублюдок. Дэнни Ли. Связи. Используй свое обаяние. Когда будем рядом, Кейн сможет найти эти диски. «54 бессмертных сейчас на пике своей силы. Ни армии Сингапура, ни ЦРУ. Никто не тронет нас. Полагайтесь на головореза Фроди Дзяйсюна?» «Дзяйсюн? Его много лет никто не видел. К черту Дзяй хреново Сюна! Объяснись, чего я должен хотеть сраных роботов!» «Это лучшее, что можно было найти. Черный рынок». Черный не мой цвет, Хендрикс. Мне больше нравится зеленый.
Может, ты не знаешь, но сингапурский доллар уже не тот. Эй! Налей-ка им еще. Кто бы знал? Взорвать одно здание в центре города, и все погрузится в ад и анархию. Да ладно, Дэнни, сколько можно оглядываться? Я знаю, что тут было. Всю горькую историю зоны К. Ты идиот! Ты позоришь нас при гостях? Дэнни, расслабься. Слушай, мы просто хотим сделку. Ты ведь знаешь Союз Уинслоу? У них лучшее военное оборудование из возможного. Союз Уинслоу? Эти слова в зоне К ничего не значат. Все гибли, а их не было. Когда ВСС бросили нас и построили стену. Вот так решают все проблемы, да. Угу. Дайте мне время, чтобы найти диски. Знаешь, кто здесь был? 54 бессмертных. Они создали что-то из хаоса. Они захватили парк. И перенаправили солнечную энергию супердеревьев. Если бы не бессмертные, у нас в этой дыре не было бы электричества. Они дали надежду. Среди отчаяния. Да, при поддержке войск договор. Теперь этот порт стал их центром по контрабанде оружия. Я не знаю, кто ты. Но позволь мне кое-что сказать. Когда тебя бросают старые друзья, приходится искать новых. Посмотрим на твоих роботов, Хендрикс. Может, мы и договоримся. Это все, что мы просим. Это что? Гоминь, Госюлань. А, как неожиданно, не знал, что вы появитесь. Мы тоже не ожидали увидеть здесь спецназ Союза Уинслоу. Эй, эй, не верьте слухам. Слухи врут, мы не ищем проблем. Мы свободные агенты. Не оскорбляй меня своей ложью. Ты и такие, как ты, убили много наших людей. Такое не прощают! Ты думаешь, мы не знаем, почему вы здесь? Итак, Хендрикс, что мы решили? Сейчас! Ничего себе. Всех положили, но мы их обозлим и все. План Б? План Б! Кейн, активируй дополнительный протокол Эхо-2. Я думал, вы с Дэнни Ли друзья. Ага, я тоже думал. Отряд роботов активизирует режим боя. Надеюсь, что ты нашла диски с данными, Кейн. И здесь становится жарковато. Есть. Серверная в Облачной горе. Прям. Попёрся. На двоих, да. Надеюсь, что ты нашла диски с данными, Кейн. И здесь становится жарковато. Я тоже, да. Есть. Серверная в Облачной горе. Прямо в их оперативном центре. На что посмотрим, что именно туда направляется Госюлань? Смотритель показывает войска противника впереди. Похоже, нильцы в городе. Ты прикалываешься? Они что, в отпуск приехали? Срезали? Да, судя по всему, да. Вот и все. А мальчик так хотел, так хотел. Коллекционный предмет. Ну что, нам до чекпоинта, собственно говоря, бежать. Отлично. Поцаки здесь, здесь. Пройдем вот так. Паки, говорит, да. Умница, разумница. Они отступают! Вперед! Что там у нас? Что-то получилось? Отлично, патроны.
Фига себе. Там я так и не понял, кто там был. Нам надо вырубить эту турель. Сейчас вырубим, подожди. Я отхилюсь. И вырубим турель. Давай. Решай с оружейником вопрос. Ща, подожди. А у меня что-то нету больше моего прекрасного оружия. Нет у меня больше третьего комплекта. Вернее, третьего оружия в комплекте. Зря ты ушел, зря. Давайте, давайте, роботы, боты. Срубили. Мне повезло сейчас. Вот сейчас мне повезло. Почему нету этого оружия, которое мне нужно? Что за бред? Все те же самые ненужные мне способности. Сейчас замечательно. Внимание! Подкрепление Б-54 на подходе. Все, ну вот здесь вот с вами залезем, присядем, и ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен и Рутуб, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч, всем пока.